В Мариэл почти на четверть уменьшилась задолженность по налогам. Ситуация в сфере налогообложения стала главной темой рабочей встречи главы республики Александра Евстифеева с руководителем регионального управления Федеральной налоговой службы Лилией Гатиной. Речь шла в том числе и об итогах работы Марийского УФНС за прошлый год. Глава республики с первых же секунд попросил отчитаться не только за минувший год, но и за прошедший январь. Во внимание принималось выполнение показателей консолидированного бюджета Мариэл, а также местных бюджетов муниципальных образований. Так, за минувший год в консолидированный бюджет республики поступило 16,5 миллиардов рублей налоговых доходов. При этом в республиканский бюджет мобилизовано 13,3 миллиарда рублей, в местные бюджеты 3,2 миллиарда. При этом почти 5 миллиардов рублей обеспечили представители малого и среднего бизнеса. Это на 600 миллионов больше, чем в 2017 году. Увеличилась и сумма возврата налога на доходы физических лиц. Она составила 1 миллиард 106 миллионов рублей, что на 20% больше, чем в 2017. Задолженность по налоговым платежам, пеням и налоговым санкциям по региональным и местным налогам немногим превысила 467 миллионов рублей. При этом задолженность по региональным и местным налогам уменьшилась на 72 миллиона рублей по сравнению с 2017 годом. Этот результат стал возможен благодаря активной совместной работе ведомства со службой судебных приставов. Региональные власти и в наступившем году будут тесно сотрудничать с налоговыми органами, ведь результат взаимодействия напрямую отразится на бюджете нашей республики.